Запись на прием, вызов бригады скорой помощи и направление в поликлинику. В Химках обсудили вопросы медицинского и лекарственного обеспечения. Пенсионеры городского округа задали волнующие их вопросы главным врачам и представителям учреждений здравоохранения. Тамара Жукова прикреплена к поликлинике номер 1 на улице Чкалова. Женщина стоит на учете у эндокринолога. Раз в 3 месяца сдает анализы. Врачами довольна, но получить талон на запись бывает сложно. С этим вопросом и пришла на встречу. Ремонт у нас шикарный сделали, очень хороший. Прибавились кабинеты и все прочее. К этому нет вопросов. Народу мало, потому что мы приходим строго к своему времени, за 10 минут. Раньше я должна была в 7 утра встать, занять очередь, хватит мне талона или нет. Сейчас это да, но взять талон – это проблема. Еще немаловажный вопрос – вызов скорой неотложной помощи. Многие жители городского округа в экстренных ситуациях не знают, по каким телефонам обращаться и в каких случаях вызов врача действительно необходим. Будет организована работа неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. То есть тот вопрос, насущный вопрос по вызову врача на дом, по приему населения, которое приходит вне записи, над этим вопросом вот как раз и будем работать в рамках организации неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Все вопросы пенсионеров также рассмотрит администрация городского округа. Для оперативной связи участники обменялись контактами. Похожие встречи будут проходить каждый вторник и четверг во всех территориальных управлениях городского округа. Прийти и задать вопросы по теме здравоохранения можно будет уже 20 ноября в школе номер 1.